Школы и детские сады округа готовятся к приему воспитанников. Андрей Иванов провел выездную инспекцию в Успенском. В фокусе внимания меры предосторожности, принимаемые в связи с угрозой распространения коронавируса. Посмотрели, как обустроен утренний фильтр. Везде у нас будет термометрия. Дальше уже спланирована так программа обучения, чтобы дети внутри школы не перемещались из кабинета в кабинет. Они будут все находиться в одном кабинете, и учителя будут приходить к ним по разным предметам. Также продумана система кварцевания кабинетов на больших переменах, проветривания кабинетов, дезинфекции, которая будет проводиться регулярно. Пищеблок – одно из важнейших помещений детского учебного заведения. В школу уже привезли новую посуду и подготовили оборудование к учебному сезону. Кстати, с 1 сентября более 22 тысяч учеников округа с 1 по 4 классы будут получать бесплатное питание не реже одного раза в день. Следующей точкой маршрута инспекции стал детский сад номер 25. Что касается детского сада, то они уже работают несколько месяцев. Здесь такие же нормы безопасности, также маски, дезинфекция, термометрия. Родителей не во все помещения пускаем, чтобы не переносить никакой вирус. Родителей тоже тестируем. Детей пока не в полном объеме, потому что все только возвращаются с отпусков. Но, тем не менее, вот мы слышим голоса, детишки играют. В основном это занятие сейчас происходит на улице. Глава отметил, что 1 сентября пройдет нестандартно. Участие в праздничной линейке, которая пройдет на открытом воздухе, примут только ученики 1 и 11 классов. И напомнил, родители обязательно должны быть в масках. Также перед началом учебного года педагоги и воспитатели прошли тестирование на ковид. Все здоровы и готовы к встрече с детьми. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».